Продолжение темы. Руководители Люберецкой национально-культурной автономии азербайджанцев Салиху Гурбанову вручили почетный знак губернатора за заслуги перед Московской областью. Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта в честь Дня городского округа Люберца. Орден за заслуги перед Московской областью третьей степени вручается Губанову Салех Муса Аглы. На самом деле эта награда общая заслуга большого коллектива, говорит Салех Гурбанов. Ведь над всеми общественными проектами работает целая команда, и добиваться положительных результатов удается только благодаря сплоченности. Эта награда, конечно, нас окрыляет и призывает к новым достижениям. И мы будем делать все на благо жителей Московской области и городского округа Люберец. Национально-культурная автономия принимает активное участие в жизни городского округа и в целом всего региона. Каждый год представители объединения становятся победителями губернаторской премии «Наше Подмосковье». На этот раз они подали заявки по 5 номинациям. Стоит отметить, что общественная организация – инициатор многих социальных проектов. Недавно отметили Курбан-байрам. Около 200 килограмм мяса раздали малоимущим населению поселка Красково. Мы ежегодно раздаем картофель малоимущим, да, в сентябре, в октябре. Планируем в этом году тоже этим вопросом заниматься. В 2018 году Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев отметит свое 5-летие. За это время в ряды общественной организации вступило порядка 100 человек. И, кстати, среди них есть немало представителей других национальностей. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.